У мальчика по имени Кристофер Робин, который играет где-то в большом лесу, есть много друзей, и вместе они пережили множество удивительных приключений. Одним темным, притемным вечером, когда Винни совсем уже собрался лечь спать, со стороны леса до его ушей донеслись странные звуки, и один такой звук звучал рядом, буквально за дверью. Это ты, Хрюник? Винни был маленьким, но отважным, и решил посмотреть, кто же это. Ку-ку, кто здесь? Как кто? Я Тигруля. Ты меня напугал. Нас Тигруль все боятся. Ты кто такой? Я Винни. А, понятно. Ну да. А Винни это кто? То, на чем ты сидишь. А, ну да. А тогда будем знакомы. Я Тигруля. А что такое Тигруля? Прекрасная штука, Тигрули. Тигрули, прекрасная вещь. Ведь вверху они из резины, а снизу пружины у них. Играй, скакай, лежать тебе. Все я. Самое важное в этом во всем, что я такой один. Я такой один. Тогда кто вот это? А? Ой. По-моему, Тигруль уже двое. В то ты не двое. Я неповторимый. Смотри, как я разделаюсь с этим самозванцем. Он ушел. Почти весь, кроме хвоста. Можешь уже вылезать, Тигруля. Тигруля? Салют. Что-то есть захотелось. Надеюсь, не меда, ведь нет. Здорово. Насчет меда, Тигруля мастера. Этого я и боялся. Тигруля, меда не надо. Но ты сам... Липучий, тягучий, пусть его едят слонотопы и злисы. А эти топы, слопы, эти вот кто они? А так, злодеи, медокрады. Медокрады? Само собой. Ну, мне пора, я поскакал. Прекрасная штука, тягули, прекрасная речь. Играй, скакай, летать тебе, все я. Самое важное в этом во всем, что я такой один. Так Винни познакомился со своим добрым другом Тигрулей. И некоторые из их приключений мы с вами непременно увидим.